привет. В этот раз у нас будет доставка из магазина Fix Price. Заказали мы на 1300 рублей. Доставка стоит у них 99 рублей. Доставляет контора Boxberry. Собственно, вот наши продукты. И не только. Как видите, цены у них более чем адекватные. Вот, вот такой заказ получился. И все, будем ждать курьера. Доставка будет с 6 до 9. Это можно выбрать в приложении, либо на сайте. Как-то вот так. Все, позвонил курьер. Привезли в итоге они в 4 часа. Сейчас будем его встречать. Все, спасибо, до свидания. Классно, это первая доставка, в которой они произвели в такой вот посылке коробки. Это очень клево и необычно. Осторожно, хрупко. Коробка такая приличная. Весит она тоже 7 кг. Сейчас будем смотреть все, что там внутри находится. Ну что ж, погнали. Штатива у меня сейчас нет, поэтому буду снимать так. В руке открываем коробку. Оп. Оп. Так, там еще бумажка с адресом квартиры. Это вам знать не надо. И артиклы, что там лежат за позиции. Сумма 1217 рублей плюс доставка. Так, смотрим. Также имеется пупырка. Сверху чуть-чуть упаковано очень хорошо. Самое нифига себе, даже, как видите, шампунь, вода, обернуты в бумагу. Офигеть. Ну что ж, давайте шампунь посмотрим. Объем и сила. Тимати. Блин, мне прям неохота его открывать. Будем считать, что саргонский нормальный. Так. Зубная паста, колгейт, лечебные травы. Ничего не помялось. Ага, срок годности. До 09.23 года. Такое печенье. Wagon Wheels. Вкус детства. До 28 апреля 22 года. Чипсы тоже обернуты бумагой, не знаю зачем, ну да ладно. Так, до 4 марта 22 года, отлично. Святой источник, вот тут дата у него. Так, сейчас, вам не видно, до февраля 22 года. Их две штуки, а вторую смотреть я не буду. Потому что я вряд ли думаю, что она будет сильно отличаться.
Так, далее. Ну, это туалетную бумагу мы взяли. 7 Up. Ладно, давайте на дату гляну. До 18.01.22. Отлично. Далее. Мами кейк с клубникой. Так. Что-то здесь непонятно. Как будто он просрочен. Типа изготовлен 01.10.20. А употребить до 01.04.21. Ну ладно. Вот такая лапша. Гауда Вип. Том Ям. До 23-го года. Тут у нас бананы. Точнее, манго сушеная. До 24-го года. Вот здесь вот написано. Это у нас... Ага, это маски для лица. Made in Korea. Так, изготовлено. Ага, в августе все нормально. Далее такая лапша. Сейчас посмотрим срок годности. Так, написано 2-4 месяца, с какой даты. Вот дата. Изготовлена 27.07.21. Так что все с ней нормально. Едем дальше. Тушенка. Изготовлена 16.06.21. У них срок годности большой, все с ней нормально. Чудо. Вот чудо помялось в труху. Это небольшой косяк. Надо было класть наверх, ну ладно. До 21.02.22 года. Шпроты. Давайте их вам открою. Вот нашел, срок годности написано 30 месяцев, а дата изготовления вот здесь. Так, сухарики идут до 22 года, первые. Вторые. Вот здесь. До 22 года. Шеба. Вот срок годности. До 23-го года написано. Это вот для этого. Кошачьего. Корнишоны вот такие. Нам тоже распаковывать. Вот тут на банке написано, что срок годности до 09.08.23 года. Осталось у нас немного. Лампочка вот такая. Это в настольную лампу я взял.
Еще одна лапша. Так, изготовлено 28.07.21. Сок гранатовый. Вот так он выглядит. Так, вот здесь. До 22 года. Отлично. Орбит детский. Взял для Маши. 17-12-20. С драгонности. А, все правильно, еще 21 год не кончился. Я уж обрадовался, что официальная просрочка. Да нет, еще не декабрь 21-го. Так что все нормально. Так, и две позиции осталось. Сейчас глянем. Так. Вот. До 25-го года годен. Горох. И кукуруза. Тоже все нормально. 4 года. Готовлен 20-м. Все правильно. Теперь вердикт. Что я могу сказать по поводу всего этого? Фикс прайс. Мне очень понравилась доставка, особенно упаковка. Привезли в коробке, все еще обернуто в пленку. Это очень необычно, очень классно, очень прикольно. Единственных два небольших вопроса, не знаю. Ну, один точно косяк, второй вопрос. Это вот это чудо просто сломано в труху. Не критично, конечно, но все равно лучше класть это было бы наверх, а не в самый низ. И второе, вот эта вещь срок годности. Вот даты, вы все видите. В верхней строчке стерт то ли нолик, то ли хрен знает что, а последний, не знаю, срок годности. Если это так, то он уже просрочен. Как бы не такая дорогая вещь, она стоила всего лишь рублей 12, но все равно это не совсем правильно. Фикс прайс буду, тем не менее, все равно всем рекомендовать. Вот, на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.